Я не знаю. Что такое не знаете? Вы ведете? Я не вижу. Вы секретарь? Да. Пожалуйста, территориально обратитесь. Мы докладываем. А зачем? Нам территориально обращаться или что? Покажите статью закона, если вы готовы к нам. По закону, личная информация. Это секретная, наверное, информация? Да, это же не секретная информация. На других всех участках нам дают, озвучивают, а у вас это принципиальная ваша позиция? Да? Вы, наверное, издеваетесь. Чего издеваетесь? Вы мне сказать сейчас считать в урнах, сколько бюллетеней или как? Нет, ну вот, мне так просто даже урна, вот, считать после того, как мы закрыли участок. Да, я думаю, что мы сейчас 19:15. Я не думаю, что это так сложно или что это секретно. Статья 11, пункт 1, подпункт 3, публичности и открытости. Засады выборчего процесса. Вопрос, какие-то предложения, пожелания по этому пункту? Публичность и открытость. Ревность в субъекте выборчего процесса вперед закона. Все публично, все публично. И уже снимать. Вы запрещаете мне снимать? Почему? Вы запрещаете? Я не запрещаю, просто не живу, да мне снимать. Ну, тогда не надо идти в комиссию. Снимать, да, это публичная должность. Ну, хотеть вы можете у себя дома. Хотеть, да, но... Ну, вы же как бы в комиссию пришли, да? Это же публичное место. Ну, это уже вопрос к тому, кто... До вас, ваши проблемы. Скажите, пожалуйста, яка явка на 19:15? Вы секретарь комиссии? Вы не знаете, яка явка на оцю годину? Скажите, а как вас зовут? Представьтесь, будь ласка. А можно? Спасибо. Червонева Ирина. Червонева Ирина. Хорошо, спасибо. Ну, нет, значит, нет. Все, спасибо. Отлично.